Всем привет! Хочу сказать вам грустную, печальную новость. Друзья, я удаляю свой канал, как вы этого и хотели, пожалуйста, получайте. А на самом деле нет, ничего не удаляю, вы никогда этого не дождетесь. Вообще, я просто уезжаю на некоторое время, но обещаю вернуться. И хочу сказать, что вы следили за мной ВКонтакте, там я буду выкладывать все свои новости, ну, по большей части, конечно, фотографии, отчета какого-то будут в Инстаграм. Вот, поэтому подписывайтесь, проходите по ссылочке, там в описании к ролику где-то, в общем, будут все ссылочки и на контакт, и на Инстаграм. Вот, я уезжаю и хочу привести вам очень много интересных влогов. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Поэтому пишите свои предположения под этим видео, куда я поехала, зачем я поехала, только давайте без пошлостей. Вот, видите, я уже сижу прям на чемоданах, уже прям расселась такая вот на чемоданах, тут на 10, на самом деле у меня одна вот такая вот маленькая сумочка, вот тут вот лежит билетик, не покажу куда и зачем, и почему вообще, ой, там лежат мои трусы, елки-палки, это вы все не видели, вот, все, давайте, друзья, я вас люблю, ценю, следите за мной, подписывайтесь и ставьте лайк этому видео, пока-пока!